Октауские близнецы, которые женились на близняшках из Уральска, отметили двухлетнюю годовщину свадьбы. За это время у Турибека и Асыл родилась дочка, а у младших Жолдасбека и Айым – сын. Сейчас похожие, как две капли воды, келинки вновь в декретном отпуске. Сестры ожидают по второму ребенку. И тем временем их мужья продолжают дело своего отца. Они также выбрали профессии в сфере сельского хозяйства. Подробнее об этом в нашем сюжете. Братья Турибек и Жолдасбек родились с разницей всего в 10 минут. Различить их в жизни практически невозможно. Родители распознают сыновей по тому, как близнецы усаживаются за дастархан. Первым за стол садится старший, чуть подаль младший. У Турибека и Жолдасбека есть еще три сестры и один брат. А вот свадьбу на близняшках им предсказала родная бабушка. Когда нашим близнецам было 3 года, моя мама сильно заболела и сказала мне: «Лиза, они как единое целое, поэтому вам нужно найти таких же невесток». И указала рукой в западном направлении. Это просто чудо какое-то. Турибек и Жолдасбек расстаются только на время работы. Кстати, пошли по пути своего отца. Младший сын работает в городе, в лаборатории, где в том числе делают пробы для сельского хозяйства, а старший в поселке Приозерный, ветеринарным врачом. Я рад, что они пошли по моим стопам, потому что в Казахстане среди молодежи сейчас не очень развиты профессии, связанные с сельским хозяйством. Келинки Асыл и Айым строго соблюдают традиции. Дома сестры ходят в национальной одежде. Старшая вкусно готовит, а младшая мастерски заваривает и разливает чай. Распознать жен-близняшек нелегко, признаются братья. Во время беташара мы с братом растерялись, потому что не могли распознать своих жен. У них еще был одинаковый макияж. И такие ситуации происходят частенько и в семейной жизни. Приходится спрашивать имя. Сегодня две семьи близнецов живут вместе в трехкомнатной квартире, но после пополнения здесь явно будет тесно. Поэтому братья планируют построить большой дом. Ведь кто знает, может, у их жен на этот раз родятся сразу по 2 ребенка. Татьяна Ковалева, Саламат Бикбаев, Актау, Хабар 24.